Всем привет, ребята! Вы попали на мой канал о питомцах Хомуся Лайф. В этом видео я расскажу, можно ли давать хомячкам цитрусовые фрукты. Наверняка, когда вы сидите за столом, кушаете мандаринку, вам наверняка очень хочется дать ее хомячку. Но возникает вопрос, а можно ли ее дать? Давайте начинать. Все мы знаем, что цитрусовые фрукты содержат витамин С, который очень полезен для человека, будь то апельсин, мандарин или грейпфрут. Все вышеперечисленное является цитрусовыми фруктами. Но этих самых фруктов намного-намного больше. Давайте теперь думать логически. Будем отвечать на свой же вопрос. Можно ли цитрусы или нельзя? В цитрусовых фруктах содержится не только вышеупомянутый витамин С, а также кислота. Да-да, та самая кислота, из-за которой вы морщитесь при поедании лимона. Представьте, вы едите лимон со скрипящими зубами. А представьте, каково будет кушать маленькому беззащитному хомячку кислый лимон, который даже взрослый человек целиком не съест. Делаем вывод, лимон точно нельзя. Но многие скажут, это же лимон, а сладкая апельсинка, мандаринка. Каким бы сладким ни был апельсин или мандарин, в нем содержится кислота. Забыла добавить, что сам витамин С опасен для жизни хомяка. Он просто не усваивается, и из-за него тоже хомячок может умереть. Апельсин, мандарин, грейпфрукт, лайм, лимон точно не даем. Дальше. А что насчет помело? Кто не знал, помело это тоже цитрусовый. Помело, насколько я знаю, абсолютно сладкий. И кислоты там нет. Но, к сожалению, и его давать нельзя. И вот почему. Я уже говорила, что помело очень сладкий. Тому и причина, что его нельзя. Нельзя давать очень сладкие продукты животным. Да, бывает попадается не сладкий помело. Но тут возникает другая проблема. Тут опять же кислота. То есть помело нельзя давать и в спелом, и не в спелом виде. Потому что так он сладкий сильно, а так в нем есть кислота. Да, смешно, конечно, но это факт. Рассказала я не о всех цитрусовых, я рассказала только о самых доступных. Я думаю, что это видео оказалось для вас полезным. Если вы узнали что-то новое, то не уходите с моего канала. У меня есть еще много других видео. К примеру, вот это. Да, вот это. Посмотри его, не пожалеешь. Спасибо за просмотр и пока-пока.